вопрос. Я получаю столько писем, люди уже хотят вашей крови. Вы вздумайтесь о том, о чем я говорю. Люди хотят вашей крови. Скоро они больше не будут вам этого прощать. Я не призываю никому. Я опять повторяю, я считаю себя парламентером между народом и вами, между теми, кто вам кричит, орет с криками уже в горле, и вы не видите их. У вас шоры везде на глазах, на ушах. Вы доведете скоро до точки невозврата. Этого очень бы не хотелось. Поэтому мы обращаемся к вам, мы, младшие. Организация Иры Фашивот уже устала к вам ходить. И Кочи, и Битаров, их уже не принимают. Битаров решил не поднимать на нас трубки после всех обещаний. Российский флаг вам в руки. Но обращаюсь к вам от лица всей молодежи. К вам уже доверия нет. И поэтому, если вы не хотите признавать то, что вы собаки на сене, не хотите встать и просто уйти и пустить дорогу молодым, талантливым, перспективным, двигателем любых перемен, тогда Бог вам судит.